Вот это что, снимите, пожалуйста. Потому что они сейчас зир будут капать, они до последнего будут огонь там. Не, не надо, пусть мне... Вот его место, здесь стоит имам, и начинается намаз здесь. Так на втором трубе. Вот это женская половина. Когда женщины приходят, они вот за эти беседы, за эти занавеси молятся, если приходят. Ну, это еще реставрируют, и будет и женская половина. Что можно? Друг. А уровень, а здесь, а картинка, это же его не надо. Вот такая штука. Вот там написано. Авраама, он, Господь его испытывал и сказал, он говорит, я люблю тебя, я поклоняюсь тебе, никогда с этого не уйду, не отступлюсь. Он говорит, если настолько меня любишь, чем ты можешь пожертвовать ради меня, самым дорогим? У него был сын, и он решил, чтобы доказать свою преданность Аллаху, то, что он так любит его, принести в жертву сына. Положил его на жертвенник, донес нож, а он не режет. Второй раз, третий раз, а потом появилось вместо этого сына овечка, да дело Господа, это он сделал. Сын остался живой, поэтому жертву приносит овечка. Понимаете? Это было с Авраамом, эта история была. Праздник единения с Богом. Праздник единения. То есть ты готов на все во имя Бога. Не барана ты режешь. Это тот смысл, что мы... Допустим, у меня последний баран. Больше нету. Я этот последний режу, раздаю бедным. Кто, у кого нет такой возможности, разошу мясо. Вот что... Yeah, I'm sorry.